Курской области Республика Беларусь. Не только партнеры, но и друзья. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано в 2002 году. И за это время товарооборот между регионом и дружественной страной вырос до четверти миллиарда долларов. А губернатор Александр Михайлов 6 раз встречался с президентом Александром Лукашенко. В канун Дня единения народов России и Белоруссии состоялась видеоконференция. На связи министр связи Сергей Попков. Белорусская сторона поблагодарила за инициативу администрацию региона. Такое общение, пусть и по проводам, тоже поддерживает крепкую дружбу. Сейчас действует 16 документов о сотрудничестве. В разговоре с обеих сторон приняли участие ветераны и молодежь. Ведь отношения курян и белорусов не ограничиваются экономической выгодой. Член Совета Федерации России Валерий Рязанский обсудил крупное мероприятие, которое состоится летом. Мы готовим большой социальный форум. Это будет 3-й форум России и Белоруссии. Это будет форум, посвященный социальной тематике. Прежде всего, 7-8 июня мы посвятим вот эти 2 дня серьезной работе с белорусскими законодателями по части того, чтобы вот все приграничные какие-то еще оставшиеся проблемы, связанные с интеграцией законодательства, были завершены. С тем, чтобы, ну, будем говорить, гражданин Беларуси мог совершенно спокойно пользоваться всеми теми же социальными, трудовыми отношениями, которые есть у нас, а мы со своей стороны у них.